положение лежа на спине. Итак, снова кладем что-то под голову, если это необходимо. Замечательно. В руке одной ногой. Подвижный стан с одной стороны, стабильный стан с другой стороны. Не спешите, пожалуйста. Поставьте снова на пол, выровняйте исходное положение. Выровняйте, пожалуйста, неправильное положение. Снова проверьте, насколько ваш вес равномерно лежит под правой левой стороной. Большие пальцы ног прижимаются к полу. Почувствуйте треугольник стопы. Почувствуйте осевое движение, почувствуйте работу центра. Делаем вдох. И на выдохе поднимите правое бедро в положении 90-90. Если вы знаете, что вы готовы выполнять даже не на более сложном уровне, то есть когда вы готовы вытянуть рычаг, сделать его более длинным, тогда сделайте это. Делаем вдох, выполняем движение внутрь и на выдохе движение наружу. Вдох, движение внутрь, выдох наружу. Как будто бы размешиваем густой суп в кастрюле. Выдох, движение от себя, вдох, движение к себе. Прижимаем голову, большой палец опорной стопы. Ваша опорная сторона – это ягодицы. Она вас держит в стабильном положении, помогает развивать мобильность другой стороны тела. Выдох, движение от себя, вдох, движение к себе. Сгибаем колено, делаем вдох и на выдохе поставьте, пожалуйста, ногу на пол. В обратную сторону сделать с большей амплитудой. Делаем вдох и на следующий выдох поднимите другую ногу вверх. Вдох, внутрь и на выдохе выполняем движение наружу. Верхняя часть тела свободная. Лопаты свободно стекают вдоль стены. Попробуйте развернуть ладошки вверх, потолок. Вдох, движение внутрь. Выдох, движение наружу. На опорном колене стоит горящая свеча. Еще два. Размешиваем, размешиваем после этого кастрюля. Выдох от себя, вдох себе. Еще раз. Сгибаем колено. И на следующий выдох поставьте, пожалуйста, ногу на пол. Теперь давайте немножко усложним движение. Пойдем по правилам усложнения движения пиланца.